На набережной Петрозаводска сегодня появились деревянные конструкции внушительных размеров. Это кубы для снега, из которого будут создавать конкурсные скульптуры в рамках зимнего фестиваля «Гиперборея». 10 больших и 10 малых деревянных кубов, возникших сегодня на Петрозаводской набережной, скоро наполнят снегом. Очень чистым, искусственным, который произведут с помощью снежного ружья. Снег понадобится участникам конкурса скульптур в рамках международного зимнего фестиваля «Гиперборея». В этом году на конкурс поступило 48 заявок из России, Беларуси и Финляндии. Но в творческом состязании будут участвовать авторы только 30 из них. 1 февраля жюри определит счастливчиков. В этом году для скульптур сделают дополнительную подсветку. Организаторы фестиваля рассказали, что салют, который украсит окончание праздника 18 февраля, продлится 8 минут. Напомним, что стартует главный праздник зимы в День влюбленных 14 февраля.